чё ты ему не говоришь, что мы пишем? Я смотрю на чат такая, смотрю на него, его Артур, по-моему, звали. Смотрю на него, смотрю на чат. Они такие, ебать, Лубка, ты охуела, чё ты не говоришь, что мы пишем? Да ты, ты крипточеловек, пошел нахер, не трогай Лубку. Ты, блядь, мошенник, короче, ну там пиздец вообще, там такая жесть была. И в итоге, я ему не говорила, что его хейтят в чате, но... А он на полном серьезе сидит и рассказывает про свою работу. На полном серьезе сидит и такой, типа, блядь, да, да вот, я с 2014 года трейжу, там все дела. Его пробили сразу в Инстаграме, его пробили в Телеграм сразу. Увидели, что он собирает, типа, бабки в какие-то проекты. Начали обзывать его мошенником моментально. И просто, и потом начали донатить. Потом начали донатить и в донате писать: ты мудак, мы нашли твой телеграм, у тебя там 500 человек, ты разводишь людей на бабки. Он сидел просто в ахуе, он сидел в ахуе. Может и по факту, но я-то чего, ну, мне-то стыдно, вы-то там, вы-то в телефоне, вы-то там в интернете, а я-то тут, понимаете? Но я его предупреждала, я ему говорила: Артур, если, короче, тебя начнут хейтить, ты готов к этому? Потому что, ну, многие люди не готовы, ты приготовься. Вот. И в итоге я не стала ему говорить, что его хейтят. Мне начали донатить каждую минуту. Каждую минуту минимальный донат ко мне залетал. И там, знаете, что они говорили? Знаете, что говорили? Иди нахуй, Артур, они говорили. Просто иди, ты мошенник ебучий. Вот так они говорили, понимаете? И я не могла, я донаты уже, типа, ну, я ж не буду выключать, я не буду выключать донаты, понимаете? Вот. И, ну, в итоге пришлось поржать тоже с чатиком. А он сидел, охуевал просто. Он такой, типа, чего? А что просто? Иди нахуй, Артур. Да, а он охуевал сидел. И я оправдывалась сначала, первое время сидела, говорила: Артур, да они прикалываются, они тебя просто троллят, они тебя проверяют, и все. Вот. А потом я начала уже ржать с чатиком, потому что слишком смешно, короче, донатили, шутили. Вот, и где-то, наверное... часа через полтора, мы такие сидим, я говорю: Артур, давай я тебя провожу домой. Вот. И он поехал домой. Ты ржал над Артуром, который сидел напротив тебя, когда его посылали нахуй, да? Да. Мы всем чатом угорали просто. Нас просто, мы всем чатом угорали. Ну а что? Я предупреждаю всегда. Если кто-то на стриме, я всегда предупреждаю. Есть хейт, есть троллинг. Надо, блядь, одуплять и понимать, понимаете? Бедный Артур, да? Он, бедняга, вообще в шоке. Я Артур Лубка сама идти. Спасли от пирожков, получается. Да, ну просто это было очень смешно, это было слишком смешно. Когда Таня сейчас переодевает шорты, короче, не, пацаны, это хуйня. Прозрачная юбка с трусами, я не знаю, как их назвать. Ну, в общем, возле басика, может, можно, но я не хочу, чтобы меня забанили. И так сегодня будет трэш-контент, получается. Мы сейчас... Так, всем привет, ребята, всем привет. Давно не виделись. Кто только подключился. Мы сейчас поедем в стрим-хату, получается, в принципе. Только балийская стрим-хата, знаете, она... Вы охуеете, я тоже охуею, я там ни разу не была, но мы охереем. На работе... О, Танюха пришла, все. Все запомнили, как надо вести себя с другим человеком? Не, она красота никуда не исчезла. Вот и все. Наконец-то сиськи будут на стриме. Хоть у кого-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, он сказал, что, типа, вообще норм, но, типа, да, потому что они возле басика, типа, и... Он мне скинул ее фотку, она тоже там стоит в купальнике. Я говорю, ну лучше я тогда приеду к вам, переоденусь. Нет, вампир, поменяй, пожалуйста, категорию, когда мы приедем на виллу. Поменяй категорию на бассейн, пул-пати. Бля, стрёмно, конечно, пиздец, ладно. Тань, привет. Таня. Давайте, поговорите с человеком. Там татуха у меня аккуратно. Блять. Сейчас. Таня, секс. Танюха, Беломор, курила всю жизнь. Да, поэтому голос такой, блядь, вот ничего от вас не скроешь. Да. Выеби меня, блядь.
Mm-hmm. Покажите мне отверстие, и я выебу. Это... Если что, это русская аудитория, ты понимаешь, да? Они могут писать все, что угодно. Они... Чувак, да... доверься мне. Кто еще кому что напишет? Привет, Санюк. Блять, понятно. Блять, дайте мне залить инсту. Настя, давай, заливай. Налей в меня что-нибудь тоже. Залейте, пожалуйста. Сиськами вас не купишь. А чем вас купишь? Так, успокоились. Нормально. Сиськи это не для вас, они у меня просто появились. Они сейчас, они будут меня специально, короче, хейтить, потому пускай... что я это... Без сисек. А все, больше нету. Все. Ну все, добиваем и едем. Ну что, в смысле нет перед тобой? Да, PUBG, она без сюрприза, так же, как и я. Да вы сейчас все увидите. Артур, иди нахуй! Артур? Ну, это я рассказывала про типа, который был у меня на стриме, он был крипто-человек. Сделай вот начали... так вот стул, чтобы он меня... Да, и они начали, короче, его хейтить до такой степени. Просто, они вот так пишут, блядь, в чате, иди нахуй! Они просто блядь, его так ну хейтили. Испортили чуваку жизнь, у него да. Травма теперь. А он этого не видит, он сидит вот так за телефоном. Я ему не говорю, что его хейтят. И чат потом взорвался и говорит, типа, ты охуел, ты что не говоришь ему, что мы его хейтим, что мы ему передаем. И они типа пишут, передай ему. А я молчу, просто молчу, типа, ну что я буду жарко обижать? Пиздец. Да, очень жарко. И потом они начали донатить. Ну, чтобы слышно было, блядь. Ну, чтобы он услышал. И они донатили, иди нахуй, Артур. И да начали ладно. Вот так вот донатить каждую минуту. А типа, когда ты донатишь, то слышно... Покажите, задонатьте кто-то, покажите Танюхе, как что работает донат. Типа, он начинает слышать после донатов, либо что, я не понимаю. Нет, когда донатят, сейчас они покажут. Кто-нибудь из них покажет, наверное. Кто-нибудь, пожалуйста, научите человека старого. Короче, человек у нас... На Мальборо. Или кто там, что я там курила, забыла. Просто Танюха не знает, надо показать. Можете показать? Лупает дальше. Блядь, жарко, у меня сейчас все лицо потечет. Да. Так видите, что мне 50 лет вообще. Видите, все мои морщины. Сейчас вот. Я выложу. Тут есть, я сейчас налью.